Много интересных за мной куйкасов. Вот этот, как мне кажется, это черный, который всегда называю черный, черный. Но он очень темный цвет листа. Насыщенно зеленый. Такого скорее бутылочного цвета. Молодой. Вот видите, он еще салатовый открывается. Посмотрим. Это, видимо, и есть черный, как я понимаю. Ну, я бы не сказала, что он совсем черный, просто цвет листа очень насыщенно бутылочно-зеленого цвета. И форма листа, я бы даже сказала, иная. Посмотрите, она овальная. Прожилочки очень выражены. Если рядом, вот, допустим, сравнивать привычный обычный сорт, вот видите, он отличается. Сейчас покажу этот снова. Есть отличие. Конечно, красив. Очарователен. Но цена, конечно, кусючая. Вот он и есть внизу. Реклама. Интересный сорт Замиокулькаса сегодня. Посмотрите, как у него расположены лепестки. Вот, как бы очень густо, и они получаются горизонтально почти, ровно. И очень-очень близко посажены, совсем под другим углом. Называется сорт Зензи. Посмотрите, у него совсем по-другому расположены листья. Просто для сравнения я сейчас покажу, вот как этот расположен. И здесь рядом вот другой сорт. Видите, совсем иное расположение листьев. И листья, мне кажется, даже, ну, возможно, это от освещения, но они более насыщенные, зеленые. Совсем другая форма. Красиво очень. Смотрите, как красиво. Очень интересный вариант. Я лично первый раз такое вижу. Рядом вот видно, что они очень сильно отличаются. Только в сравнении, конечно, можно увидеть. Этот, видите, совсем иной лист. И даже форма листа у этого более круглая, плотная текстура. Интересно очень. Ну и цена у него, конечно, намного выше. Молоденький еще совсем зеленый. Очень интересный вариант. Милый-милый. Какие сегодня миленькие-миленькие каланхойчики. Примиленькие, разных цветов. Этот розовый очень красивый. Совсем маленькие. Высота 10 сантиметров. 130 рублей. Очень миленькие.
этот красивый красный. Интересный каланхоэ по акции. Очень красивый цвет, оранжево-терракотовый, примилый. Как красиво смотрятся, когда их много. Очень милый цвет, яркий. Внизу тоже интересное очень растение. Вот такие. Выглядят как перчики. Ну, наверное, это и есть посленовые. Красивый яркий окрас. Свежие стрючки. Ой, какой красивый черный окрас. Примилое растение. Этот вот немножко красный еще. Я так поняла, что они с возрастом темнеют. Очень красиво. Разных цветов. А вот эти еще не поспевшие желтые. Цена у всех одинаковая. Интересный фикус подстрижен. Ну, не дешевый, конечно, но очень листья красивые, форма. Красивые листья. Их несколько штучек, все под топиари пострижены с длинными стволиками. Красиво. Вот такие вот красивые композиции. Орехо, пакет и немножечко сизали. Колоски придают колорита, цвета, такой красивый акцентик яркий на фоне зелени. И всего 900 рублей. Интересные тыковки, но цена не маленькая. Они разные в одной упаковочке, несколько штучек. Разного цвета, размера, формы. Красиво. Осенний ассортимент. Мандаринки. Но они пенопластовые. Интересно сделано. Еще вот такие вот ягодки, букетики. Яркие-яркие. Так, посмотрим. Ну, 350. Такие же еще вот есть красавы оранжевые с розовым. Интересно еще здесь наборчики. Листья, тыковки. Красиво. Осенний ассортимент представлен широко. Уже яркие листья. Много всего интересного. Вот такие листья. Тоже красивые. Скелетики разных цветов. Еще листья. Тыквы красивые и
большие, и маленькие, разные. Эти маленькие меня заинтересовали. Цену не вижу. Сейчас посмотрим. 55 рублей. Конечно, хвостик не натурально смотрится. Но когда их много, они эффектно смотрятся. Такая композиция с корзинкой. Вот такой вот физалис. Искусственный. Цена 300 рублей за коробочку. Я здесь один достала. Но я поняла, что он сделан из сжатой бумаги. Креповой. И внутри пластиковая болваночка. Интересно. Есть еще второй вариант. Вот такой. Желтый.